Thank you.
Хай, привет, чат. Сейчас давайте мы настроим громкость, чтобы все работало. Пожалуйста, скажите, как меня слышно и все такое, чтобы я настроила микрофон. Да, привет, привет, ребят. Привет. Слышно хорошо. Точно все хорошо, да? Я просто не хочу, чтобы музыка была слишком громкой. Я надеюсь, вы меня не обманули, потому что если вы меня обманули... Прис не сдержался, еще не стало. Хотя кто знает? Кто знает? Вот тебе тортик. Спасибо! Привет, ребят! Я очень рада, что вы здесь. Да. Давай показывайся. Подождите немножечко. Я на все это рассчитывала. Подождать еще 5 минут? Давайте подождем, пока подтянутся люди, наверное, да? Это же будет правильно. А потом мы начнем. Ждем принцессу, обязательно ждем. Рогова. Ничего не палено. Отстойте, я не могу. Я не хочу. Я стесняюсь. Я немножечко стесняюсь вас. Подождем просто, пока подтянутся люди, пока пообщаемся. Как дела? Все отлично. У меня открыто окно, и если оно шумит, просто скажите, и я его закрою. Если оно действительно прям слышно его, да? Если его не слышно, то... Не слышно? А, то есть то, что птички там поют, все нормально, да? Но я рада, что их не слышно. Я не хочу, чтобы их было слышно. Совершенно точно не хочу. Не слышно? Ну ладно, все, окей, ладно. Может, музыка заглушает? Возможно, вы правы. Ну ладно. Что, вылазить надо, да? Птички под водой. Это морские птички. Ты не шаришь, понимаешь? Они тоже шумят. Ладно. Ура! Привет, ребят. Я не буду пока раздеваться, потому что я стесняюсь. Но я потом сниму кофточку, честно. Правда. Как морские лошади? Морские лошади не издают такие звуки. Вы не правы. Вы абсолютно точно не правы. Привет! Порно не будет, я запрещаю вам все это делать. Я решила, что первый стрим будет тестовый, потому что, ну... Я должна знать, как работает моделька, так что сегодня мы затестируем все ее возможности. Конечно же, это не самая лучшая моделька на планете. Но я уверена, что я ее сделаю получше, когда у меня появится возможность. Приз будет раз... Буду. Я сниму кофту. Попозже. Пока не буду. Я не путаю никаких. Издеваетесь надо мной, да? Рофлите. Давайте я вас познакомлю с родителями. С родителями, да. С родителями этой прекрасной девочки. Так вот, у нее есть мама. Это я. Да, я ее нарисовала. И у нее есть папа. Это тоже я. Да, я ее и санимировала, и сделала, так что получается, я ее и мама, и папа, и... О, боже мой, я вижу, что у меня топ заполнился, но он почему-то очень большой. Давайте я его временно выключу, просто временно, потому что он не работает,
И я попрошу модератора зайти и поменять мне размер букв на сайте. И пока познакомлюсь с моим модератором, его зовут Себастьян, и он креветка. Спасибо! А почему так тихо? Спасибо огромное! Сейчас я попробую настроить звук. Это первый, ребят, стрим на Твиче. Я не знаю, как здесь работают звуки. Максимально не знаю. Не креветка, а Сибас. Я думаю, это не мои. Я так понимаю, если пресс нового коллега-ютубера... Ух ты! Я в шоке, что здесь есть ютуберы. То есть, ну... Нет, на Твиче, конечно, их много. Я не думала, что сюда кто-то придет. Спасибо. Блин, Себастьян, скажи, пожалуйста, а какая из полосок мне должна сделать звуки донатов громче? Я, кажется, лоханулась. Может, здесь? Вот здесь. Я забыла включить звуки компьютера. Что ж. Если вы не слышали звук доната, то я... То я виноват. На Ютубе все это было чуть проще, простите, я не разбираюсь еще до конца в Твиче, я... да, как зовут модельку? Ну, видимо, вы не прослушали, потому что я забыла представиться, да? Я просто забыла представиться. Я не думала, что здесь будут новые люди, и просто забыла немножечко. Так вот, меня зовут Бриз. Добро пожаловать. И я, короче, да, я живу под водой. И мне сейчас поможет креветка Себастьян все починить. Потому что он умнее меня. Да, так получилось, что креветка умнее меня, но это не важно, это не важно. Ушки так мило дергаются. Да, я старалась, я не постараюсь сделать еще лучше, как только у меня выйдет. Но пока что это мой максимум, очевидно. Я все-таки не гуру делания моделек. Давайте я ее поднимем повыше, мне кажется, она слишком низко. Вот. Так, какой-то из этих звуков, вот этот, наверное, отвечает за звуки на самом стриме. Вам же не было громко? Открыть микшер громкости. Давайте чинить, давайте разбираться. Я ни черта не услышала. В уши водички не залиться? Нет, я живу под водой, она мне не мешает. Абсолютно точно нет. Она... Я живу среди карасей. И да, я живу среди карасей. Это как бы все, что вам нужно знать. Потому что это вы карасики. Я боюсь людей, и я немножечко... Я немножечко переживаю, что они меня могут продать, возможно, куда-нибудь. Я надеюсь, вы меня не будете продавать? Я надеюсь, вы мне вообще в целом не расскажете людям, что я сижу здесь, иначе... Да... Да. Так вот, я не разобралась, как сделать донаты громче. Пока что. Пока что. Но я разберусь. Возможно, я натыкала лишние клавиши, пока включала стрим. Такое могло быть. Так вот, по поводу полоски сверху, да. Я решила, что я хочу пройти Hollow Knight, потому что она сейчас на скидке. Она стоит $5 вместо $10. Но знаете, это половина цены вообще-то. Типа... Мега круто. И я хотела очень-очень-очень-очень давно пройти эту игру, поэтому я надеюсь, мы соберем на нее. Ну, там сумма чуть больше, но это в любом случае на игру идет все почти. Да-да-да-да-да. Поэтому, ребят, если вы хотите, чтобы я ее прошла, то вот все деньги, которые будут в полоске, я потрачу исключительно на игру, и мы будем ее проходить, потому что это Dark Souls 2.0. Да, да-да-да, я видела, что она очень крутая. Мы не расскажем. Ну ладно, знаете что, я думаю, что я могу вам показать себя чуть больше. Просто я стеснялась, да, но вы вроде бы нормальные. Вы меня не продаете никому. А раз вы меня никому не продаете, значит, я могу раздеться. Блин, это звучит слишком пошло. Не то, что я собираюсь раздеваться вообще, но... Там слишком короткий. Эй, Тэмми,
подожди 3 секунды. Пожалуйста, я не виновата. Все сломалось, так получилось. Первые стримы, они всегда такие, да? Ты пытаешься сделать, чтобы все работало, но все. А, я такая лошара. Простите, я все починю, я честно, я говорю. Долговато мне не было, извини за это, все нормально. Я думаю, это мне надо извиняться за то, что... Да, за то, что я вот это сделала и не доделала стрим. И подключаю, и чиню его прям по пути. Это такая красивая. Спасибо, спасибо, я буду стараться. Всем вам понравится, да? А, давайте сделаем подольше. Как-то они слишком быстро вылетели. А, где это настраивается? Подождите, 3 секунды. Оповещение, наверное, тут. Так, настроить. Настроить, настроить, настроить. Да, но почему 9 секунд? Оно даже не успело зачитаться. Давайте поставим. Давайте поставим 15. Себастьян, ты можешь зайти, пожалуйста, в мой Donation Alerts и поставить везде по 15 секунд отображения? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Я не могу это делать через OBS. Это очень-очень неудобно. Так вот, на чем мы остановились? Да, я хотела снять кофту вообще-то. Точно можно? Мне ее точно снять? Ну, пожалуйста, настрой, прости. Прости, пожалуйста, Себастьян, пожалуйста. Ну да, это моя первая моделька, но она выглядит не очень всрато, потому что я потратила на нее 2 месяца. Так, ладно, снимать. Я просто не хочу, чтобы вы меня продали. Ладно, ладно, окей. Я вам покажу модельку, но помните, что она сделана, ну, не очень хорошо, но я пыталась. Бупсы. Да. Я знаю, куда вы смотрите, вам туда смотреть нельзя, но... Так уж и быть, так уж и быть. Вы можете посмотреть пару минут. Вы меня смущаете, если честно. Простите, ребят. Я смущаюсь, честно. Я на звездочку смотрю. А, да, она, кстати, тоже двигается. Так вот. Я знаю, что нормальные люди показывают модельку снизу вверх, но я не нормальный человек, поэтому я начну сверху вниз. Я... Ну, не знаю, мне не хотелось начинать стрим с ног, это странно. Ну, типа, вам не кажется, что это как-то невежливо? Ты заходишь на стрим, а там чьи-то ноги. Ну, возможно, я не права, но мне кажется, когда чьи-то ноги, это странно. Ты вообще не человек, а чертик. Я чертила еще-то. Вообще-то я... Я демон. Я демон пузырей. Меня выгнали из ада. Но знаете, что я об этом расскажу позже? Я думаю, что это не так уж важно сейчас. Так, ну ладно. Давайте посмотрим ниже. Спасибо. Спасибо! Я не зря старалась. Она... О, да. Спасибо огромное. Вы даже не представляете, сколько я ее делала. Очень долго. Я бы сказала, это переосмысление старого маскота. Я знаю, что донаты почти не слышно, ребят. Я не знаю, где это чинится. О, Себастьян, пожалуйста, помоги. Подойди сюда. Скажи, что нажать. Скажи, что нажать. Я хочу сделать донаты громче, но я не уверена, где это делается. Свет выключать будем? Не надо, нет. Нет, 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 нет. Подождите 3 секунды.
Так. Я не знаю, сработает это или нет, но я сделала все на максимум. И если в этот раз будет тихо, то я буду разбираться уже после стрима. Честно, я разберусь, я решу эту проблему, но пока что я правда не знаю, почему она тихая. Они тихие. Так вот, мы вообще-то рассматриваем модельку, да? Это купальничек? Это купальничек, да. Цельный такой. Да, ладно. Я не хочу ее полностью убирать, поэтому... Да, я ее не делала ниже, но в смысле я не анимировала ее ниже, поэтому она не двигается ниже. Ну, ниже положенного. А зачем? А надо было? Я думаю, не надо было. Сейчас сделаешь пробное уведомление, ну давай. О! Да, теперь все работает. Все, ребят, Себастьян починил. Все, он все сделал. Так вот. Ну, и я покажу ноги, но там ничего интересного, но я покажу. Да, это как бы все. Я думаю, мы закончили с разбором. Я думаю, можно возвращаться в прежнее положение. Вот так вот. Красиво, спасибо. И, ну, у меня нету много эмоций. Опять же, я не умею делать их. Я мало что вообще умею в этой жизни. Я бесполезный демон, я умею только спать и кушать креветок, карасиков. А, блин, а Себастьян починил донаты? Себастьян, ты не починил донаты. Ты не починил топ-донаты, они огромные. Давайте я их попробую уменьшить. Нет, они не уменьшаются. Ладно, мы их просто временно уберем, а потом он их уменьшит, и я сделаю с ними что-нибудь, да? Так вот, вообще-то я хотела вам рассказать про лор, потому что наконец-то он есть. Ты умеешь пускать пузырьки? Вам мало пузырьков на фоне? Я их, кстати, сама делала тоже. Знаете, как тяжело делать пузыри? Я тоже не знала. Себастьян, что ты же такая? Простите, Себастьян. И вообще-то он мне помогал с настройкой, и я без него, ну... Сам стрим бы навряд ли я без него смогла бы настроить. Твои пусы на руках можно снять? Можно. Но не надо. Они красивые. Так вот. Во-первых, я вам хочу показать бантик. Сейчас. У меня есть бантик. И он очень красивый, кстати. Да, мне он нравится. Я хотела, чтобы он был постоянно, но мне показалось, что он немножко мешает на постоянной основе, поэтому я его буду включать иногда. Стрим сохранится же? Я очень надеюсь, что он сохранится. Если он не сохранится, то вы можете спокойно наказать Себастьяна за это, потому что это должен был сделать он. Так вот. Креветок Себастьян резким стал, да, так и есть. Он еще та креветка. Креветка дворецкий. Так вот, ребят, как же я оказалась здесь с вами? С существами, которые могут дышать под водой. Я, кстати, тоже дышу, как видите, у меня есть чем дышать. У меня есть нос. И если вы скажете, что носом нельзя дышать под водой, то вы меня обманываете, я же как-то это делаю. Так вот, простите, я иногда туплю, я засматриваюсь на нее и думаю, блин, ты работаешь нормально или нет? Она иногда не очень работает, но, опять же говорю, это мой максимум, лучше я это не сделаю. По крайней мере, лучше я сейчас это не сделаю. Но потом, ну, надеюсь, потом сделаю, да. Так вот, какие большие красивые глаза, я тебя осуждаю, знаешь что? Отстань. Никаких глаз, я стесняюсь. Я предусмотрела все варианты. Я знала, что куда вы будете пялиться. Вы... Не надо. Так вот. Меня выгнали из ада, потому что я не хотела выполнять свою работу. Мне, честно говоря, не очень понравилась работа там. Но знаете, там надо людей совращать на плохие вещи, да? То есть, например, заставлять смотреть на чужие бупсы. Это очень плохо. Кстати, да.
Я надеюсь, вы знаете, что это плохо. Так вот, это плохо. Я не хотела выполнять эту работу, мне казалось, что это слишком неправильно. И поэтому родители сказали, что я не состоялась. Во-первых, спасибо, а во-вторых, я просто удивилась, что звука не было. Кажется, Себастьян напортачил. Себастьян, почему не было звука? Донаты тихие. Нет, было же громко. Привет. Я очень переживаю. Вы даже не представляете, как я сейчас сильно нервничаю. Знаете, как тяжело здесь сидеть? Я очень стесняюсь. Мне кажется, мои стримы на YouTube были не такие нервные, как сейчас. Вообще донаты не слышно? В смысле? Я же сделала громче. Как так вышло? Да ё-моё, я сделала абсолютно все звуки на максимум. Есть звук у доната. Блин, Себастьян, что ты сделал? Ты сломал стрим. Звук не проходит, видимо. Что ж, ребят, я честно, я обещаю, что это просто первый стрим, и я не уверена, почему так работает. Или, точнее, почему так не работает. И я искренне обещаю вам, что к следующему стриму звуки донатов будут работать так же, как и топ. Потому что для Твича мне пришлось скачать несколько новых программ. Да. И из-за них эти звуки, они тихие. И я не знаю, где нажать. Правда не знаю. Я, наверное... Но я могу почитать их, возможно. Возможно, мне стоит открыть их и читать. Но я лично их слышу. Странно, что вы не слышите. Ну, вам же слышна музыка на фоне, да? Ну, хотя ладно, музыка на фоне через другую программу работает. Эй, ты куда уменьшилась? А, блин, я тебя уменьшила, прости, пожалуйста. Так вот. Я честно все починю, все будет идеально, чики-пуки вообще 10 из 10. Так вот, ребят, по поводу ада. Меня оттуда выгнали за то, какой я плохой демон и не справляюсь со своей работой. И я приплыла к вам. Почему? Ну, потому что, знаете, на самом деле в аду жарко, а мне не очень нравится жара. А под водой... Под водой как бы не жарко. Тут прохладно. Музыку отлично слышно? Да, отлично. Это хорошо. Я рада. Хоть что-то работает, пожалуйста. Спасибо, спасибо Господу Богу, спасибо самой себе, спасибо Себастьяну, что хоть что-то из этого работает. Ну ладно, на самом деле я рада, что работает большинство вещей. Я думаю, донаты это самый минимум, и я обязательно починю. Как видите, я сделала там всякие анимации. Наверное, мне стоило сосредоточиться не на анимациях, а на том, чтобы они хотя бы работали. Ну да ладно, я думаю, все отлично. Так, секунду. Да, все нормально. Все отлично, все работает. Как ты попал в ад? Я там родилась вообще-то. Но теперь я там не живу. И, ну, в общем, так вышло, что если демон не живет в аду, то... Это, конечно, очень грустно, но его силы, они покидают его тело, так что... Ну, знаете, всякие плохие вещи могут случиться, но... Не спешите расстраиваться. Короче. Можете не расстраиваться только потому, что... Что розовое на кофте? Это подпись автора. Эту кофту делала не совсем я. Ты стал еще более беспокоен. Иди ты, знаешь куда, Себастьян? Я тебя это... Накажу. Я тебя съем. Будет отдельная референс модельки. Да, я вам ее покажу чуть позже. Я покажу. Так вот, я хотела рассказать, что я навряд ли когда-нибудь исчезну, только потому что моя сила зависит от того, насколько сильно вы меня любите. А я надеюсь, вы меня сильно любите, да?
Ну да ладно, меня нельзя есть, тебя можно есть. И да, я, в общем-то, сделала анкету. Ну, знаете, у ютуберов есть такая, не знаю, традиция делать анкеты. Не могу сказать, что я считаю себя полноценным ютубером. Пока что. Пока что я не тяну, наверное. Но я постараюсь, поэтому... Спасибо. Спасибо. Но каждый раз, как я вижу донат, я расстраиваюсь, что вы его не слышите. Но я надеюсь, что я все починю, ребят. Спасибо тебе большое. Спасибо, ребят, за донаты. Так вот, я сделала анкету, но я ее не заполнила. Да. И вот вы скажете, какого хрена ты ее не заполнила? В чем смысл делать анкету, если ты ее не заполнила? А я скажу вам, что я ее заполню вместе с вами. А ты можешь их зачитывать? Честно говоря, у меня открыта программа не на полный экран, и я не могу их зачитывать. Я их специально сделала читаемыми, чтобы слышать. Чтобы мне не пришлось читать их. Так что я их сама не вижу. Да, я умный человек. Ладно, я надеюсь, вы не будете пялиться, потому что если вы будете пялиться, я вам откушу что-нибудь. И я ее буду заполнять чуть позже. Я хотела бы разобраться с тем, что мы будем стримить. Потому что теперь у меня должно быть расписание. Да? Я хочу, чтобы вы знали, какое у меня будет расписание, и приходили. Потому что я не всегда могу, ну, уведомлять через другие соцсети, потому что, ну, это неудобно, да. Вы сами должны понимать. И не ко всем приходит уведомление, поэтому... Я скажу самую стандартную... Оу. Нет, нет, ты что? Шаурма, это самое главное, это самое святое. Это лучшее, что есть в этой жизни. А знаете, что есть шаурма с рыбой? Она, кстати, холодная, а не горячая. И она делается по-другому. Спасибо, я обязательно куплю шаурму с рыбой, потому что я люблю рыбу. А вы все мои карасики, поэтому я вас тоже люблю. Так вот, по поводу стримов. Я хочу сказать, что большинство людей меня знают как художника, поэтому очевидно, что большинство людей будет приходить на рисовательные стримы. Но я надеюсь, что вы будете приходить и на игры. Пожалуйста. Пожалуйста, скажите, что вы будете приходить на игры тоже. Я хочу знать, что вы будете на них приходить. Подвал превратился в аквариум. Ну, вообще-то да. Так вот, я не буду менять расписание слишком сильно, поэтому скажу так. Каждую среду мы стабильно будем рисовать. Ну, знаете, я не могу сказать, что независимо от ситуаций. Так, подождите, я хочу настроить камеру чуть-чуть. Да? Вот, да. Так вот, будем рисовать. По средам обязательно, в любом случае. Ну, я буду стараться сделать так, чтобы по средам было только рисование, да? У меня есть заказы, и мы теперь будем рисовать заказы там. Ну, и все такое. С продлением, без продления, как пойдет. Это обязательно. Остальные дни я думала посвятить играм. Итак, да, во сколько, точно. Вообще-то я думаю, что рисовательные стримы останутся в то же время, то есть в 5 часов по московскому времени, чтобы, ну, чтобы люди не привыкали, типа, заново и... Ну, вы поняли, да, чтобы просто вы вот запомнили, что я стримлю в среду в 5 часов и приходили в это время. Так что да, обязательно. Это что касается рисования. Я не знаю, сколько они будут длиться по времени, потому что... Ты забываешь, когда стримы, потому что ты приходишь на все стримы. Мне кажется, это очень странно. Вам не кажется, что это странно? Спасибо. Спасибо, 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 спасибо.
Спасибо огромное всем-всем-всем. И простите еще раз за то, что донаты плохо слышно и за то, что топ не работает. Еще раз говорю, я все починю. К следующему стриму. Вот, прям. Обещаю, во имя Карасея все будет сделано. Так вот. Я не верю. Я не верю, что вы приходите каждую среду и забываете. Ну ладно. Я все равно рада, что люди приходят. Так вот, будет рисование по средам. Что касается остальных дней. Дело в том, что я не уверена, что у меня будет стабильное расписание помимо среды. Вам не мешает, кстати, бантик? Просто вдруг он мешает, и его надо убрать. Ну да ладно, пока пускай будет. А где Балуэль у меня лагает? Мы до этого доберемся. До этого мы доберемся. Так вот. Возможно, стримы будут на Ютубе тоже иногда, но прям типа иногда. Не обещаю вообще. У меня нет стабильного расписания, потому что я просто, ну, немножечко занятой человек. Так просто вышло. Вышло. Случайно. И я буду стараться. Да, буду стараться найти время. Но некоторые воскресенья, то есть как сегодня, например, я буду освобождать. Думаю, четверг и пятница... Некоторые тоже будут свободны. В любом случае, я вам очень советую подписаться на Twitch, если вы еще не подписаны, и включить уведомления, потому что вы должны понимать, что я не всегда буду иметь возможность включить, точнее, сделать посты уведомляющие, да, о том, что сейчас будет стрим, и поэтому вы можете пропустить. А я хотела бы иногда делать стримы в другое время, то есть вечером подрубать игру, когда ты приходишь с работы уставший, ты хочешь... Просто посидеть, посмотреть, как кто-то играет, и у него очень сильно горит жопа. Да, вы поняли. Мне кажется, мой тапок сейчас разорится. Это заметно, но... Спасибо большое. Спасибо. Твою мать. Братан, я тебя ненавижу. Вот вы не слышали, а я слышала на фул громкости. Я жалею, что сделала эту штуку. Я все так обосралась. Я прослушала абсолютно все, что там было. Прости, пожалуйста. Блин, ребята, что он сказал? Блин. Ну, там, наверное, слова поддержки были, да? Типа... Срать. Это что, мне придется смотреть? Подождите. Так, панели. Та-та-та. Donation alerts. 3 секунды. Спасибо. Да, это был Лолич. Это очень похоже на... Да, только она могла так сделать. Я рада, что я тебе интересна не только рисованием, но, знаешь, больше такую херню не делай. Я испугалась. Блин, я не думала, что кто-то эту хрень сделает. Блин, ребят, я забыла, что мы обсуждали. Я думала об этом. Просто в последний раз, когда я делала сходку... Стоп, не сходку. Мы рисовали на стриме, и кто-то подключился без нашего ведома, и... Я просто подумала, что вдруг кто-то испортит стрим. То есть, я просто... Ну, если вы обещаете вести себя хорошо, то я могу обязательно сделать на каком-нибудь рисовательном стриме сходку, и мы можем... порисовать. Вот и плюсы тихих донатов. Блин, ребят, просто имейте совесть. Я испугалась. Вы знаете, как сильно я испугалась? Тогда ты зря тратишь деньги сюда. Тебе стоит
купить что-нибудь, потому что там есть очень крутой значок с барашком. Я спас чат от скримера, горжусь собой. Знаешь что, Себастьян, ты не спас меня от скримера. Я расстроена. К сожалению, я не могу вам показать расстроенную эмоцию, потому что для этого ему нужно потерять меня. Точнее, моей вебке нужно потерять меня, но я могу попробовать. Нет, она не хочет. Но у нее опускаются ушки, так что знаете, что у меня интерактивные ушки, просто я еще не научилась пользоваться ими. Блин, ребята, что мы обсуждали? Я испугалась. Что мы обсуждали? А, да, я говорила про расписание. Так вот, расписание. Срань господня. Следующий стрим будет 100% в среду. Я не думаю, что я смогу сделать стрим до среды, потому что у меня немножечко нет времени. Немножко. Так вот. Но после среды, я смотрю, мы наверное, собрали на Hollow Knight уже почти. И я хочу купить эту игру. И как только я ее куплю, мы будем в нее играть. И знаете что? Вам, очевидно, понравится, потому что это Dark Souls. Но типа милый Dark Souls, да? А я никогда не играла в такие сложные игры. Раз. Два, у меня даже нет джойстика. То есть я буду проходить эту великолепную, мега-суперсложную игру на клавиатуре, как очень умный человек. Да. Я думаю, вам понравится слушать, как я кричу, потому что кричать я буду много. Ты не пройдешь. Я пройду ее! Я пройду ее! И там будет даже меньше 500 смертей. Ладно, возможно, 500 это слишком много. Меньше... Я умру меньше 100 раз. Все, вот, это челлендж. Я уверена, что я пройду. Меньше 100 раз. Обещаю, я сделаю все, потому что, между прочим, я задрот, я геймер, я умею играть. Dark Souls сложная игра. Ну, для меня сложная. Я просто считаю ее сложной. Это что касается конкретно Hollow Knight. Что касается других игр. Опять же, ребят, мне нужно все их покупать. Да, это плохая новость. Лолечи без скримера. Там есть красивая циферка. 111 рублей. И мало. И там красивая циферка. И там другой звук. Кстати, да, закиньте 111 рублей. Я хочу, чтобы вы посмотрели. А, стоп, вы, наверное, не услышите звук. Да, блин! Я лошара. Ладно, не закидывайте. На следующий стрим оставьте. Я починю звуки, и вы услышите звук. Я не смогу... У меня нет геймпада. Я не смогу поиграть в Hollow Knight на гейм... Привет! Мне тоже нравится Мэй. Наверное, она мне даже слишком сильно нравится. Это заметно, что я ее так много рисую? Ну, очевидно, она не может обогнать Бриз по количеству артов, но... Тем не менее. Я? Я просто не знаю, можно ли такое вообще обсуждать на Твиче? Ну, давайте предположим, что можно, но вообще, я лично отношу себя к Би, но опять же. Вдруг кто-то скажет, что я не права. Лошара, не знающая свою ориентацию. О, да. Такое может быть. Так вот, что касается игр. Я буду открывать обязательно донаты на игры, я буду все покупать. Пруфы, так сказать, могу предоставить, все такое. Да. Это касается только игр. Но, если вы давно смотрите меня, то вы знаете, что я вообще-то еще играю в Лигу Легенд. Да, я типа немножечко задрот в лол. Возможно, даже не немножечко, а множечко. И я хотела сделать... Ну, хотела сделать пару кастомок с подписчиками, да? Ну, если кто-то хочет со мной поиграть, конечно. Вроде бы сделать катку... И типа набрать 9 человек звучит не очень сложно. Но есть одна проблема.
одна проблема. Это очень важная проблема, так что вам нужно меня послушать сейчас внимательно. Дело в том, что мой компьютер мега-ультра слабый. Чтобы вы понимали, моделька очень сильно нагружает компьютер. Да. И мне нельзя, например, открывать браузер, потому что если я его открою, мне кажется, все слетит. Поэтому, если я буду играть в LoL, это касается именно онлайн-игр, потому что онлайн-игры не тянут, да, модельку мою. Так вот, если я буду играть в LoL, мне придется выключить модельку. Я надеюсь, что вы все равно будете приходить на стримы без модельки. Ну, то есть там будет другая, другая моделька, но не такая. Я надеюсь, вы все равно придете. Я даже подожду, пока мне в чате напишут, а то вдруг я сейчас начну говорить спасибо, а там все скажут, да нет, вообще-то, без модельки ты это нафиг надо. В следующий раз собираюсь на новый комп. Я собрала его и так, чтобы моделька шла, поэтому мне осталось купить в целом, чтобы все хотя бы чуть-чуть работало, одну деталь, но просто она довольно дорогая. Поэтому я буду потихо его собирать, и я вас предупреждаю, что модельки на стримах по Лолу не будет. Одиночные игры мой компьютер потянет. В Hollow Knight я могу играть с открытой моделькой, и все будет хорошо. По крайней мере, из тех тестов, что я делала, все будет работать. Две детали? Ну ладно, слушайте Себастьяна, он сказал две детали, значит так и есть. Так вот, это что касается Лола. Что касается Identity. Я не проверяла Identity, потому что... Identity плохо работает с чем? С OBS, да. Он плохо работает с OBS. Скажи, какого вкуса рога и запах? Мне кажется, они сладкие, как сахарная вата. Но я не могу лизнуть собственные рога. Ты же понимаешь? Надеюсь, ты правда понимаешь, что я не могу до туда достать. Это было бы странно, если бы я могла лизнуть свои рога. Вам так не кажется? Типа... Очень странно. Да лизнуть нет, я не дам лизнуть. Фу, осуждаю. Так вот, если получится с Identity, то я могу сделать пару кастомок в дуохантах, чтобы мы просто побегали с вами и позанимались какой-нибудь херней. То есть, опять же, это не точно. И что у меня еще есть? У меня есть игра, на самом деле она не очень популярная, поэтому о ней мало кто знает, но я все равно скажу. Это как LoL, типа, но другой. Она называется Eternal Return, и я в нее тоже иногда играю. И я могу еще играть в нее. Это все, что касается онлайн-игр. Больше онлайн-игры я никакие не играю. Мне кажется, они сорваны как кораллы, но это не кораллы вообще-то. Так что, да, выбор не очень большой, но еще раз говорю... Я собираюсь в основном играть не в онлайн-игры. Кстати, если вы не заметили, у меня волосы полупрозрачные. На самом деле, у меня и руки полупрозрачные. Сейчас. Наверное, это не очень видно. Хотя нет, видно. Видно. Да... Это потому, что я исчезну, если вы меня не будете любить. Это плохо. Так что вам надо меня любить. Нет, я не угрожаю, просто рассказываю. А в Бравл играла нет. И я смотрю, что осталось 15 минут до конца. Я не собиралась делать этот стрим долгий, поэтому... Скажите, ребят, мы пойдем заполнять анкету? Просто вдруг вы не хотите ее заполнять... Мне нужно открыть Clip Studio для этого. И я буду писать там ответы. Так сказать, будем знакомиться еще ближе, если вы еще со мной не до конца познакомились. Пойдем? Окей, 3 секунды. Мне надо все открыть. Мне надо все открыть. Мне надо взять... Что мне надо? Мне надо все взять. Сейчас я отодвину микрофон. Поплыли. Да, ну вообще-то вы же карасики. Сейчас я проверю цвета. Ну, вроде бы работают.
Так. Подруга почему-то расстроилась и не хочет открывать рот. Ну, опять же говорю, первая моделька, косяки, возможно, и все такое. Я не ухожу. Давайте на новую сцену пойдем. А, стоп, мне надо выключить здесь тоже топ, потому что он не работает. Бум! Мы здесь. Ра! Раки, она была декоративная, похоже, вам не стыдно так говорить, а? Так, для тех, кто не видел фул модельку, во-первых, вот она. Да, тут есть карась. Кажется, я вам его еще не показывала. Я забыла показать карася. О, боже мой. Сейчас. Во-первых, да, планшет. Я забыла. Ладно, давайте я его не буду пока включать. Я думаю, он вам не нужен сейчас, да? У меня есть карась. Вот вы скажете, зачем мне карась? А я скажу вам, что у него есть место, видите, на наклеечке. Я туда буду писать имена топ-донатеров. И я буду раскрашивать этого карася в цвета, которые он захочет, и я буду обнимать его весь стрим. Вот. Это план. Это отличный план, я считаю. Да, я знаю, что он не похож на карася, но это волшебный карась. Вы не понимаете. Это волшебный карась. Не, ну мне тоже нравится. Я бы, честно говоря, вообще его никогда не выбирала. Он такой крутой. Так, ладно, дайте я чуть-чуть настрою камеру, чтобы она меня лучше видела. Так, сейчас. Ну, вроде бы все работает. Ну, настолько, насколько я могла это настроить. Так вот, да, вот так выглядит моделька. Карасняш. Ну, вообще-то, конечно же, он большой. Почему он не должен быть большим? Я не буду включать планшет сейчас, потому что я думаю, он будет закрывать карася. Я не хочу, чтобы он кто-то закрывал карася. Так вот. Посмотрите, что здесь. Да, тут есть текст. И мы будем сейчас писать ответы. Итак. Чат. Это проверка. Проверка на знание. Какой я расы. Ты все-таки удобнее Ютуба? Ну, будет удобнее, когда я настрою все, чтобы работало. Какой я расы? Я не карась, нет. Осуждай. Осуждаю за то, что вы не знаете, какой я расы. Демон пузырей. Вот таракун правильно сказал. Кстати, ракун это енот. Хм, да, я знаю чуть-чуть английский. Вот это да. Даже не знаю, есть ли смысл сюда записывать, но учитывая, что люди считают меня карасем, давайте запишем. Давайте, наверное, побольше сделаю размер. Опа, да. Опа-на. Да, у меня хреновый почерк, и что вы мне сделаете? Волшебные трусы нет. Вы путаете. Ладно, хорошо. А как меня зовут? Кто скажет карась, получит по хвосту. По плавникам. Бриза Камура нет. Бриза Камура это кто-то другой. Я просто Бриз. Поэтому осуждаю. Осуждаю за то, что вы не знаете, что я Бриз. У меня нет фамилии. Физически. Ладно. Это уже сложный вопрос. Но кто-нибудь знает, когда у меня день рождения? Именно дата. Просто интересно. Я не рассчитываю, что кто-то знает, но... Просто вдруг. Хотя бы месяц. Кто угадает месяц? Или хотя бы одну дату. Что-то из этого. Здесь нет правильных дат, поэтому я молчу, я читаю. Я... Нет.
3 февраля. Мафуров. Ты правильно? Ты что, подсмотрел? Ты подсмотрел, да? Ну ладно. Я все равно запишу. Но знаете что? Я думаю, что поскольку это первый стрим на Твиче, наверное, это тоже стоит, ну, вписать. Типа, ты подсмотрел. Да, ты подсмотрел. Я осуждаю. Какой сегодня день, кстати? 26.06. Так что я напишу вторую дату. Скорее, как годовщина. Пускай она тоже будет. Возраст. Я не думаю, что кто-то из вас угадает. Потому что я демон, живущий в аду, и я не могу разглашать свой возраст. Поэтому я просто скажу так. Я не скажу свою дату. Вам нельзя. Рост. Но вы можете попробовать угадать рост. Просто попробовать угадать. Я знаю, что эту инфу точно никто нигде не... Да. Ну... О, 150, да! Снейли угадал. Все. Можете... Все. У нас есть победитель! 150 очков ему. Итак, цвет. Мое любимое. Какой же у меня любимый цвет? Блин, это такой вопрос типа из серии. Не знаю. Попытка подловить. Ну ладно, ладно. На самом деле вы правы. Я не буду скрывать. Но я скажу, что у меня есть еще один любимый цвет. Вы его не называли. А, нет, называли. Здесь есть розовые. Я вижу, что несколько человек написало розовые, поэтому я не буду говорить, что типа... Да, по нику. Я, кстати, люблю нежно-розовый, а не типа... не знаю, всрато-розовый. Ну, есть такой цвет. Я его называю всрато-розовый, но вообще этот цвет фуксии. И, честно говоря, по-моему, он очень... Всратый. Да, это все, что я хочу сказать. Он всратый. Еда. Красивый. Думаете, я ем карасей? Нет, я не могу есть карасей. Мне запрещено. Знаете почему? У меня договор с принцессой карасей. Они мне чистят комнату, а я их не ем за это. Поэтому я вас не ем, потому что вас защищает ваша принцесса. Вот так вот. Я скажу. Картошка? Серьезно? Картошка? Под водой нет картошки. Только если это не подводная картошка, но подводной картошки нет. Суши. Вообще-то да. Но я видела, что кто-то написал суши, поэтому давайте я напишу так. Суши и в целом рыба. Так, знаете, честно говоря, мне она сюда не влазит. Давайте я... Блин. Ладно. Я не рассчитывала писать два слова, как вы видите. Немножко лоханулась, не страшно. Что я люблю? На самом деле, я не думаю, что вы угадаете, что я люблю. Потому что это просто абстрактный вопрос, знаете? Типа, люди могут любить много всяких разных вещей. Это же все-таки речь не про еду, а про, ну, про все, да? Поэтому давайте я напишу, что я люблю... Я люблю карасей. Потому что я люблю вас. Это правда. Я люблю спать. Потому что я не люблю работать. То есть, это, ну да, это противоположность. Ну и что? Ну, знаете, у меня есть талант ко сну. Я люблю спать. Я могу заснуть. Я считаю, это вообще-то отличное хобби. То есть, да, конечно, это нельзя назвать хобби, но мне без разницы, это будет хобби в моем случае. И рисовать, да, я люблю рисовать.
Я очень люблю рисовать. Бантики? Да не то чтобы. Блин, сейчас люди будут думать, что этот бантик у меня на всю жизнь, я его сниму. Этот бантик, между прочим, он временный. Я его не ношу всегда, это по особым случаям. Сегодня просто первый стрим, это особый случай, поэтому я была в бантике. Вот так вот. Креветки? Хотя бы выметите. Ладно, 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 я люблю креветок. Окей, все, говорили. Я не хочу, чтобы Себастьян расстраивался из-за этого. Пушить я люблю, но... Я много чего люблю. Я просто не думаю, что сюда влезет столько текста, сколько хотелось бы. Поэтому давайте я запишу уже, что я не люблю. Я записала. Себастьян, он креветка. Но он не креветка. Не люблю есть карасей. Нет, вообще-то карасей я люблю есть. Просто мне их нельзя есть. Это разные вещи. Хорроры. Боже, я не собиралась их сюда записывать, но теперь они здесь будут. Знаете что, да. Я не люблю, когда меня заставляют в них проходить. Я не люблю, когда Лолич кидает 666 рублей и заставляет меня пугаться скримера. Я не могу это сюда записать, но я так не люблю. То есть, максимально не люблю, так получилось. Но я думаю, что это не считается. Так, будете писать про пупсы, я их спрячу. Извращенцы. Я думаю, что вы должны знать, что я не люблю. Блин, я надеюсь, это влезет. Я надеюсь, вы запомнили это. Я надеюсь, вы это отложите у себя в голове. И будете знать. Будете знать, что я это не люблю. Я смотрю на чат. Я проверяю, чтобы никто не сказал, что хочет потрогать. Я предупредила. А рога, ну они не чувствительные, я думаю, вы можете их потрогать. На самом деле без разницы. Но никаких ушей. Хм. Укушу. Укушу, если будете трогать уши. Да, я умею становиться злой, и что? А их лизать... Нет! Не надо вообще их трогать. Можно смотреть, но нельзя трогать. Нет, речь только про уши. И... Они не острые. Они мягкие, но их нельзя трогать. Блин. Я не хочу, чтобы вы их трогали. Ну ладно. Брови вообще-то есть, просто они за челкой. Да. Их не видно из-за челки, и что? Вам что, нужны брови? Мне не нужны брови. Вообще, кстати, обидно, я их так долго делала, их даже не видно. Ну да ладно, я считаю, что они мне не нужны. Так вот, и я знаю, что вы, скорее всего, тоже это не узнаете, но... Поэтому... Эта анкета и существует. Никаких острых штук. Я именно про еду говорю. Я как-то пробовала острый рамен. Типа супер острый рамен. Если вы знаете, о чем я. Их продают. Ну, у нас лично их продают, типа, в каких-то специализированных магазинах, да? Но я даже не съела его. Если честно, я его даже не попробовала полноценно. Я лизнула ложку. Да, я только лизнула ложку. Но мне кажется... Мне кажется, с этих пор я не люблю острое.
Нет, он не был вкусный. Я не буду есть больше ничего острого. Ну, ладно, не ничего острое, но что-то супер острое я не люблю. Это, ну, блин, мне кажется, мне все болело. Абсолютно все тело. Итак, на самом деле мы дошли до последнего пункта. И прежде чем я хоть что-то напишу сюда, я хочу вам рассказать, так сказать, то, как это работает на самом Твиче. Ладно, да, я знаю, что я вас нагрузила уже этой инфой, но это очень важно. И это очень-очень важно, да. Поэтому я хочу тебе сказать. Руки будут двигаться? Нет, не будут. У меня нет 3200 долларов дополнительных. Честно говоря, у меня и 100 долларов нет. Так вот. Как вы заметили, у меня нету здесь эмоций в чате, и у меня нет баллов. Потому что все эти штуки, они открываются за то, что ты получаешь компаньонку Твича. Это мой первый стрим, у меня, очевидно, нет компаньонки Твича. И что нужно сделать для того, чтобы мне ее дали? Мне нужно 50 подписчиков. Но 50 подписчиков у меня уже есть. Да. Спасибо. Я тоже тебя люблю. Я тоже вас всех люблю. Очень-очень сильно люблю. Очень рада, что вы здесь. Так вот. 50 подписчиков это есть. С этим мы справились. Ура! Уже один пункт сделан. Что касается остальных пунктов, это немножечко сложнее. Дело в том, что мне нужно настримить суммарно 8 часов за месяц. Или даже больше, я не помню точно. 8 часов тоже звучит несложно. Ну, в теории. Я как бы, наверное, делала больше 8 часов за месяц на Ютубе. По 2 часа каждую неделю. Ну да, получается, что я это тоже сделаю. Но дальше уже есть проблема. Дело в том, что мне нужно сделать 7 стримов. 7 стримов, на котором должны быть больше 3 активных зрителей чата. Вот. Как я уже говорила, я стримила раньше по 4 раза в месяц. 7 стримов звучит немножко проблематично, но раз я собираюсь играть, раз мы собрали практически на Hollow Knight, я думаю, я тоже могу сделать это. Просто я переживаю за свой график. Это как бы буквально все, что меня останавливает. К тому же, так получилось, что не я решаю, дадут мне партнерку или нет. Даже если я все эти пункты выполню, не значит, что мне придет письмо о партнерке. Да. Но я надеюсь, что это все так и работает. А как определяется активность в чате? Ну, вы пишете в чат, и вы активничаете в чате. Короче, да, ребята, исключительно от вас зависит, получу я эту штуку или нет. И тут дело даже не в деньгах. Потому что сейчас в нашей стране... Да, я не думаю, что я смогу выводить их. На самом деле здесь надо плакать, но я не буду плакать. Поэтому вот. Дело не в этом. Дело в том, что я делала эмоции. И я хочу, чтобы у вас была возможность в чате пользоваться ими. Я загружу бесплатные, я загружу платные. Ну, в общем, я все сделаю. Вот. Так что я хочу, чтобы это все было у вас для личного удобства. К тому же половина программ на Твиче как раз-таки работают исключительно для партнеров. Поэтому я все-все-все сделаю. Все-все для вас сделаю, обязательно все будет. Поэтому, ребят, давайте поднажмем. У меня есть июль, чтобы получить партнерку. Поэтому я буду рассчитывать на вас. И только на вас. От вас зависит, будет она у меня или нет. Поэтому я надеюсь, что она будет. Окей? Это что касается целей. Да, моя цель это получить компаньонку от Твича, но я не буду ее сюда записывать. Я ее не буду записывать, потому что она слишком длинная. Так вот, что касается других целей. У меня есть личные цели. Я решила перейти на Twitch и стать ютубером из-за своих личных загонов.
да, вот, вот вам минутка откровения. Дело в том, что я очень стеснительная, и я очень сильно боюсь общаться с людьми. И изначально я очень боялась стримить даже на Ютубе, но, ну, то есть, там все было проще, потому что в целом меня никто не видел. То есть там не было даже никакой модельки и, ну, все такое. Да, то есть, ну, на самом деле, если посмотреть мой самый первый стрим на Ютубе, то можно узнать, что он был супер-мега неловким, я очень сильно стеснялась. И я сейчас тоже очень сильно стесняюсь, но я надеюсь, что вы мне поможете побороть эту стеснительность. Мне кажется, я научилась болтать почти без умолку, да, иногда я затыкаюсь на пару секунд, но... Даже не знаю, чего это. Наверное, потому что в моей голове заканчиваются мысли. Поэтому я надеюсь, что вы мне поможете побороть свой страх общения с людьми. И я благодаря стримам с вами научусь наконец-то социализироваться. Так скажем, заведу друзей, возможно. А то у меня тут как бы друзей даже нет. Но знаете, под водой одни караси. Это неудивительно, что у меня нет друзей, так что да. На нем стеснись. Да, ближе. Боже, у меня уже язык заплетается. Я много болтала. Так вот, тьфу-тьфу-тьфу. Да, я очень сильно стеснялась на первом стриме. И, честно говоря, этот стрим я тоже очень сильно стесняюсь. У меня... Мне кажется, у меня руки мокрые. Но мы под водой, так что это никто не узнает. Я очень стесняюсь, простите. Я правда стесняюсь. Я хочу просто стать более общительной, поэтому дайте, что мы так и запишем сюда. Нет, стоп. Я напишу не стать, а напишу перестать стесняться. Это первая цель. И у меня есть побочная цель. Вторая. Она не обязательная, потому что, опять же, я слишком стеснительная для того, чтобы ее сделать. Но я надеюсь, что я ее выполню. И побочная цель. Я хочу себе найти друзей-витуберов. Ну, знаете, или хотя бы одного. Да, у меня плохой почерк, и что? Я не умею писать. Итак, это мои цели. В целом, на Твиче. Наверное... Я сюда буду добавлять еще, но мы их не будем записывать. Крутые цели, спасибо! Я... Да, я лошара. Я стеснительная лошара, это правда. Вот что у нас, короче, получилось. Я это сохраню. И я это загружу в паблик. Я это не буду делать пост. Но если вам нужна эта картинка, она будет в альбомах. После стрима она будет там. Можете еще раз посмотреть на саму модельку, чтобы знать, как она выглядит. Дайте я повыше подниму. Вот, вот так, так, так видно. Вот, это фулл моделька, карасик. Я улыбающийся. Честно, я очень люблю, когда она улыбается. Она сразу такая, типа, супер-мега-ультра-милая становится, да? В каком именно альбоме? Это будет в альбоме с референсами персонажей. Да, я ей не сделала отдельный референс, так получилось. Потому что я посчитала, что при наличии модельки это не... Ну, типа, не нужно, да? Ребят, можете не переживать насчет артов. Вы можете нарисовать независимо от скилла, потому что я ценю абсолютно любое фанатское творчество. Я рада, что вы стараетесь и пытаетесь меня порадовать. Я, правда, очень рада, поэтому обязательно... Обязательно рисуйте, независимо от того, что вам там люди говорят, обязательно пробуйте. Да. Да. Я, кстати, думаю, что мне нужно объяснить, почему у меня прозрачные ноги. Просто вдруг. Я, конечно, уже говорила, что это из-за того, что... Просто вдруг меня прослушали. Я просто повторю еще раз, что это потому, что меня выгнали из ада, и моя сила, она покидает меня. Поэтому мои ноги, они уже немножечко... Не работает. Можно сказать, что я наполовину призрак, потому что их нельзя уже потрогать. И то же самое с кончиками пальцев и кончиками волос. Поэтому не дайте мне исчезнуть. Я надеюсь, вы мне не дадите исчезнуть.
Иначе это необратимый эффект. Все, я исчезну, и больше у вас не будет здесь бриз. Я не буду больше стримить, понимаете? Все. Так, я думаю, что с Clip Studio мы закончили, поэтому я, наверное, верну на прошлый экран. Так. Что я еще не рассказала? Просто уже время вышло, я обещала себе, что дебют будет идти час, потому что, ну, у меня нет активности больше. Я вроде бы абсолютно все рассказала. Я рассказала вам, как я к вам пришла. Я заполнила анкету. Что я еще не сделала? Стрим останется, я надеюсь... А, да, ребят, короче, минута теста. Короче, я настроила стрим так, что музыка должна сохраниться, которая играет на фоне, да? Кроме музыки, которую я буду, ну, сама включать. Но я не знаю, будет ли это работать, поэтому минутка теста. Я сейчас включу какую-нибудь песню, мы ее послушаем. И, ну, будем надеяться, что на записи ее не будет, потому что ее не должно быть на записи. Ребята, донатим. Да, я была бы рада, если бы вы закинули на Hollow Knight, чтобы я могла ее купить, пока она на скидке. Она на скидке еще неделю, кстати. Так, давайте я выключу пока фоновую музыку. Угу. И теперь я включу какую-нибудь песню у себя из ВК. Будут донаты на музыку? Ну, мы сейчас проверим. Ребят, сейчас мы узнаем, если оно будет работать. О, черт. Я не могу... Подождите, у меня не могу открыть. Я запуталась в своих панелях ВК, простите. У меня нету сегодня полоски на продление, потому что я не рассчитывала сидеть 2 часа. Поэтому проверим сейчас музыку, это самое главное. Ну-ка. Вы слышите ее хотя бы? Мне нужно настроить уровень громкости, поэтому скажите, насколько ее делать тише или громче. Не слышно? А вот так? Спасибо большое. Мне еще громче сделать? Но это же фоновая музыка, и она и не должна быть громче. Она, кстати, отрубилась. Ты не хочешь ее прогружать дальше, братан? Прикиньте, он не хочет дальше ее прогружать. Но мне нужно послушать одну песенку. Громковато было? Потише, сейчас будет. Я думаю, на 20% можно оставить. Да, мы послушаем целую песенку. Да, чтобы узнать, сохранится она на записи или нет. Еще раз говорю, ей не должно быть. Если кто-то сейчас смотрит запись, и там ничего нет на фоне, так и надо. А если есть на фоне, то, возможно, Twitch мне даст по жопе. Я услышала, что Брис хочет найти друзей-витуберов, настало мое время. Кстати, вопрос хороший. А есть среди вас в целом стримеры тут? Ну, то есть абсолютно любые, кто хотя бы пытался стримить, и у него есть подписчики. Просто мне интересно, сколько стримеров сюда пришло. Вроде есть. Ну, один есть, я вижу, что тут есть витубер. Это круто. Просто интересно, есть ли еще кто-то. А сколько должно быть? Ну, мне не важно количество подписчиков. Я имела в виду, что если у человека есть подписчики, значит, он этим занимается серьезно. Ну, то есть, ну, хочет развиваться в этой сфере. Понимаете, о чем я?
В Ютубе. Ну, я думаю, что я иногда буду стримить на Ютубе, но это секрет. Не говорите моим подписчикам на Ютубе. Пускай это будет сюрприз, они еще не знают, что здесь. Ну, почти. Я, конечно, везде написала, но все-таки. Напомнил себе, количество подписчиков стало грустно. Не надо грустить. Мы все с чего-то начинаем. Stop singing. Вы, кстати, знаете, откуда эта песня? Я слышала, что кто-то в чате написал. Блин, слышала. Видела. В чате кто-то написал, что знает ее. А ты стримишь уже час 22 минуты. Ты планируешь полтора часа стримить? Ну, давайте добьем полтора часа, и я буду выключать. Потому что слишком долгий первый стрим все-таки плохо. Что за песня, кстати? Если я скажу, что здесь китайские иероглифы, тебе это поможет опознать песню? Клик-клак! Не слушайте этого чела, он не знает. Это эндинг из аниме Link Click. Клик-клак. Клик-клак, боже мой. Что ж, в целом песенка закончилась, поэтому я ее отрубаю и включаю назад музыку фон. Та-дам. Ура! Я с ютубчика. Дед, не послышалось, мы обсуждаем ютуберов, обсуждаем ютуберское сообщество. Знаете, почему я решила перейти на Twitch? То есть, ну, очевидно, я хотела слушать абсолютно любую музыку на фоне, да? Но это как бы не единственная причина. Я просто читала, опять же, я не знаю, правда это или нет, потому что я не прямо зависаю на Твиче. То есть я смотрю здесь стримы, я смотрю других ютуберов, ну, англоязычных. Честно говоря, я не смотрела никого из русских ютуберов, но я и не искала. То есть не буду врать, я не пробовала искать. Вот, так вышло. Так вот, что я читала. Люди говорят, что комьюнити Твича типа супер-мега-ультра дружное, да? И все друг другу помогают, и все друг друга любят, а на Ютубе такого нет. Опять же, я не знаю, правда это или нет. Ну, мне хотелось бы верить, что это правда, конечно. Но опять же, я не знаю, поэтому я хотела узнать мнение у людей, которые здесь стримят. Правда ли это? Ну, настолько все радужно. Звучит, как будто бы... будто бы меня обманули. Стримеры замолчали, возможно, нет. Самый дружный комьюнити на оранжевом сайте. Я надеюсь, я туда не скоро попаду. А то, знаете, шутка про... оранжевый сайт. Да, типа... если с Твичом все не сложится, возможно, придется менять свое местонахождение. Так, осуждаю грешников. Осуждаю, все. Блин, карася не видно. Ну ладно, я его просто уберу. Осуждаю, я не хочу попасть туда, поэтому я прикроюсь. Я невинна, невинна, как первый снег. Я сижу тут весь шесть, но меня уже заметили леди или прекрасные девочки. Ребят. Я не знаю, что это такое. То есть, ну, я читала, но, знаете, пока такого не было, я, ну, не сильно разбираюсь. Я не разбираюсь, что такое рейды, я не разбираюсь, что такое хосты. Я в целом не разбираюсь в Твиче, если честно. Если не сложится, придется менять море. Я, между прочим, живу в банке. Возможно, даже в банке из-под огурцов. Ну ладно. Там действительно все дружные. Я однажды там спросила, как решить задачи по алгебре. Мне помогли. Ну, задача по алгебре, это да. Я не знаю. Мне кажется, задачи по алгебре любят все решать, кроме меня. Рейд, когда другой стример приводит тебе на стрим свою аудиторию, транслирует твой стрим на своем канале. Я не хочу показаться меркантильной, но в чем выгода? Нет, 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 послушайте меня, прежде чем вы типа скажете, чё? Я просто скажу, что я
Я, к сожалению, нахожусь, ну, наверное, до этого стрима, по крайней мере, я находилась в такой среде, где за аудиторию нужно драться. То есть, если у тебя есть знакомый, то ты с ним дружишь. Но ты с ним не дружишь-дружишь, а типа как держи друзей близко, а врагов еще ближе, да? То есть, из такого вот... из такой вот среды я поэтому... Вот, рейды есть и в Ютубе? Нет, вроде бы там такого нет. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что кто-то готов бесплатно поделиться подписчиками, это звучит странно. Хотя, я не отрицаю, что есть добрые люди. Но, почему эти добрые люди все собрались на Твиче? Ну, а для аудитории, когда сам заканчивается стрим, это да. Я знаю, что когда стрим заканчивается, то ты можешь ретранслировать чужой стрим себе на канал. Я читала об этом, потому что Твич очень сильно настаивает, чтобы я это сделала. Он... У него ачивка там есть, и он такой, типа, блин, добавь 5 человек, и как только ты будешь заканчивать стрим, мы будем кого-нибудь ретранслировать. А я и одного-то не знаю. О чем он вообще? Обмен подписчиками? Но... Разве витуберы, типа... Ну... Как это сказать? То есть, когда ты витубер, то есть там стоит тег витубер, да? И человек, он может просто, наверное, ну, пойти по тегу, он ищет себе других витуберов, то есть так и находится? Или это только я так делаю? Блин, я правда совсем, видимо, не разбираюсь в Твиче. После стрима еще придется топ чинить. И звуки донатов. Блин, а кстати, как мне их починить? Как мне узнать, что они работают? У меня-то они нормально слышны? Блин, если здесь кто-то знает, как починить, то скажите, пожалуйста. Ну да ладно. Я думаю, что на самом деле осталось совсем чуть-чуть. Я понял причину, хорошо, и какая причина? Возможно, ты, надеюсь, еще и понял, почему на некоторых донатов не было звука в начале. Починишь? Спасибо, ребят. У меня лучшая креветка на планете. Она мне все починит. Кстати, когда ты музыку включала, их было слышно. Да? Серьезно? Подождите. Пацаны, у меня до сих пор включена эта штука. У кого-нибудь есть лишние 50 рублей? Пожалуйста. Я хочу проверить. Просто проверить. Блин, может ты хотя бы тестовый звук сделаешь, креветочка? Просто сделай, пожалуйста. Я хочу убедиться. Кинь мне тестовый увет. И скажите, будете ли вы его слышать? Ну хоть что-нибудь. Я хочу узнать. Если это так и есть, тогда я лох. Ну? Вам было слышно это слово? Она сказала сообщение. На самом деле больше ничего. Слышно? Ребят, это хорошая новость. Плохая новость. На записи-то этих звуков не будет. Это полоска звука, которая должна выключаться, точнее удаляться на самом Твиче на записи. Так что... Если кто-то решит посмотреть запись стрима, там не будет слышно донатов. Черт, я лошара. Мне придется все равно все чинить. Ну ладно. Я уверена, что я починю. Один стрим, и все будет. Ребят, холодить не будет, он принял ислам. Нет! Нет, на игру хватает. Полоска просто чуть больше. Я ее сделала на всякий случай чуть больше. Это не значит, что вы не можете закинуть, потому что там вроде бы есть дополнение к Hollow Knight. Но я не знаю, сколько она стоит. Я не смотрела. Или я не помню просто. Что ж, ладно. Сколько времени? Да, уже осталось 5 минут до конца. Я думаю, в целом мы можем по-тихому прощаться.
Ну да, текст виден, это самое главное. Просто я его не зачитываю, потому что я его не вижу. К сожалению, я его не вижу, я только могу его слышать. Все? Я просто жду. Там кто-то сказал, что закинет, а если я сейчас отрублю, то это не... Ну, оно не дойдет. Мне ждать? К Фолмурсу есть куча бесплатных дополнений. В течение года должна выйти вторая часть. Так что оставляй деньги на вторую часть. Блин, я не знаю. Я не знаю, пройду ли я первую, типа. Я надеюсь, что я пройду первую часть. Очень надеюсь. Я думаю, что... Как насчет четверга или пятницы? Что... Какой день недели лучше для прохождения Hollow Knight? Четверг или пятница? Давайте сначала выберем день, а потом время. Четверг. Кто за что? Скажите. Пока не разошлись. Скажите, какой день для игры? Пятница. Четверг. Блин, как-то... Пятница. Ну, вроде бы в большинство... За пятницу, ладно. А если я его подрублю вечером? Часов в 7. Не будет поздно? Ну, типа, ладно, дату уже как-нибудь определим. Но пятницы вроде бы больше. Часов 7 или раньше все-таки? Я просто думала, что лучше игры попозже запускать, потому что тогда их можно подольше сделать. Ну, типа, люди приходят уставшие, все такое. Может, в 6? Ну, можно в 6. Я все равно не знаю, буду ли я все 2 часа сидеть. Ну, типа, я постараюсь все-таки. Игры надо проходить. В 6, в 7. Хорошо, значит, короче, ребят. Смотрите, в среду, в эту среду, в ближайшую, будет стрим, с рисованием. Возможно, заказы, возможно, чего-то другого, я не знаю, что получится. Да, я просто думаю. Он будет в 5 по Москве. Я его добавлю в расписание, как только закончу стрим, поэтому вы его увидите. Опять же, уведомление будет в ВК, кто подписан. Что насчет игры, я не знаю, буду ли я делать уведомления. Поэтому лучше подпишитесь на канал. На канал. Сразу видно ютубера. Пришел, блин, чел тут со своими каналами. Короче, подпишитесь на Twitch, включите уведомления, потому что по-другому, да. Среда 15... Нет, 5, 17.00, 17... 7. 17.00. Так вот. А Hollow Knight будет в пятницу. В 6. Раз большинство за 6, будет в 6 тогда. Я не могу всем говорить, типа, блин, позже или раньше, в 6, так 6. Этот стрим сохранится, я надеюсь. Если он не сохранится, я вам разрешаю съесть Себастьяна. Потому что он ответственный. Он ответственный за то, чтобы стрим сохранился. Если он не сохранится, вы можете спокойно его кушать. Все. А я говорю вам все спасибо за то, что вы сюда пришли. Я, честно говоря, очень переживала. Так вот, спасибо. Буду ждать вас на следующих стримах. Вот вам конец. Если он загрузится. Вот. Да. Конец. И там тоже не работает топ донатов. Почему? Потому что он не работает. И я лох, и мы его тоже выключаем. И будем чинить. Всех люблю, всех целую и всем пока.